Здравствуйте, господа. Вот Богдан Чугунов. Опять прошу прощения у слушателей господина Нацана. Подождите 15 минут, политика будет потом. Сейчас 15 минут про ваше здоровье. Если у вас будут вопросы по существу, вы можете звонить в студию Радио Дэвидсон. Если вы хотите узнать, где продается турецкий прополис или смеси на основе турецкого прополиса из меда, вы можете позвонить после эфира по моему телефону 646-402-4558. И в зависимости от места вашего проживания, я вам расскажу, в какой аптеке или в каком магазине он продается. Сегодня у нас Черная пятница в Америке. Вчера был Thanksgiving. И я хочу начать сегодня программу с огромного количества спасибо. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто вовремя мне рассказал о удивительных действиях пчелиного прополиса, кто рассказал мне о пользе манука меда, о пользе маточкиного молочка, как они работают и каким образом они помогают нам и мне в частности оставаться живым и здоровым. Огромное спасибо Майку Дурбину из Новой Зеландии. Огромное спасибо Мустафе из Турции. Мустафа, thank you very much. Спасибо Дэвиду из Бразилии, который рассказал мне о зеленом прополисе, как его принимать. Вы спасли мое здоровье, и благодаря вам сейчас я веду эту передачу и пытаюсь рассказать и донести русскоязычным слушателям о пользе продукции пчеловодства при ежедневном использовании. Пчелиная продукция является натуральным средством, которое называется по-научному иммуномодулятор. Это не те таблетки или не те фармакологические средства, которые действуют моментально. Это те натуральные средства, которые люди употребляли годами, сотнями лет и оставались здоровыми. Нельзя ожидать от употребления прополиса немедленных изменений к лучшему в вашем здоровье. Вы должны быть настойчивы, дисциплинированы, и вы должны принимать этот препарат ежедневно по схеме, которая подходит конкретно для вашего заболевания, по схеме, которая подходит для вашего веса, для вашего возраста. Если вы хотите узнать, что конкретно и каким образом принимать, вы можете обратиться к своему натуропату. К сожалению, те натуропаты, которые выступают на русскоязычном радио, они не хотят слушать и слышать о какой-либо другой натуральной продукции, кроме той, которой они продают сами. Я посетил офисы всех из них, предлагал сотрудничество и везде получил ответ. Я надеюсь, вы знаете о тех людях, о которых я сейчас говорю. Также вы можете почитать информацию о продукции натурального пчеловодства Турции в журнале ЗОЖ «Здоровый образ жизни». Каждый месяц на второй странице вы можете почитать, узнать, кто, что, от чего, для чего, прополис, смеси с медом, смеси с маточкиным молочком. Также хочу выразить отдельное спасибо Неткосмаркету. Вы можете теперь приобрести эти продукции в Неткосмаркете на 18-й Эвеню, на ИС-16-й и частично в магазине гурманов на Брайтон-Бич. Я также хочу отдельное спасибо сказать хозяев аптек Квинса, это Алексу, аптека называется Neighborhood Pharmacy, и Артуру, который расположен на Метрополитен Авеню. Они молодцы, они являются нашими базовыми аптеками в Квинсе, и все звонящие люди, которые хотят купить эту продукцию, я направляю их к ним, и у них есть весь набор всех наших медов и всех прополисов. Прополисы имеют разницу водорастворимый. Вот он так вот выглядит. Я показываю это для тех, кто имеет доступ к компьютеру и может посмотреть на YouTube мою запись и эту программу. А также существует 20% прополис спиртовой, который специально разработан для тех людей, у которых проблемы с кишечным трактом. Колиты, гастриты, язва желудка. Прополис водорастворимый в основном восстанавливает иммунитет и устраняет такие
заболевания, как синуситы, тонзиллиты и все, что связано с горлом, кашлем, носом. Что же такое прополис? Это резиноидное вещество, продукция секреты пчел для защиты улья от инфекции. Аналогичное применение и для человека. Почему же ценится прополис из таких стран, как Уругвай, Парагвай, Новая Зеландия, все страны Амазонии, Бразилия, Чили? Потому что там пчелы собирают вот то, что потом превращается в прополис, с деревьев, с их листьев, с коры. Прополис, который пчелы собирают на полях, он является менее сильным, менее активным. И поэтому, к сожалению, те страны, которые делают мед и собирают прополис на основе полевых растений, у них прополис получается не такой сильный. К сожалению, Америка выставляет определенные барьеры для ввоза очень сильного прополиса, так как он конкурирует с фармакологической промышленностью. И, к сожалению, получается так, что если люди здоровы, то вы не ходите к врачам, и от этого страдают очень-очень-очень многие корпорации. Прополис использовался всегда, на протяжении веков, и он всегда упоминался как иммуномодулирующий агент. А в последние годы анализы предоставили новую информацию о его механизмах и действиях. Поэтому был настоятельный обзор, посвященный прополису и иммунной системе. Я хочу вам рассказать о тех медовых смесях, которые сейчас есть на полках магазинов и в аптеках, в основном в русскоязычных. Это такие смеси, как натуральный живой мед с маточкиным молочком. Маточкиное молочко презервируется в меде, и оно же презервируется в прополисе. Это самая дорогая смесь, у нее цена где-то в районе $22 в магазине. И по каким-то абсолютно непонятным причинам именно эта смесь разбирается в самую первую очередь. Многие наши женщины используют эту смесь как вовнутрь, так и делают из нее маски для лица. Очень полезная штука. Также есть медовая смесь, которая включает в себя только маточкино молочко. Называется оно Royal Jelly. Вы можете отличить этот мед от всех остальных медов по деревянной крышке. Как вы увидите деревянную крышку, на ней написано B&U, не просто написано, а выжжено, компания B&U из Турции. Вы сразу знаете, что вы покупаете настоящую продукцию, которая сертифицирована, там есть специальная наклейка. Этот мед кошерный, так что те люди, которые соблюдают кашрут, могут спокойно этим делом пользоваться. Компания турецкая B&U молодцы. Они сделали два варианта этих медовых смесей. Для взрослых и для детей. Я вижу, у нас появился первый звонящий, возьму его линию. Слушаю его в эфире. Добрый день. Да, да, конечно, будет. Таким образом, я продолжаю. Так как люди использовали прополис для разных целей, продукты, содержащие прополис, его свойства с научной основой имеют не только академический интерес, но для тех, кто также использует прополис ежедневно. Прополис привлек интерес исследователей в последние десятилетия из-за нескольких биологических и фармакологических свойств, таких как иммуномодулирующее, противоопухолевое и противомикробное, противовоспалительное и антиоксидантное свойства. Что такое антиоксидантные свойства? Это свойства, которые помогают вычистить наши вены через кровь от тех шлаков, которыми они зашлаковываются, к сожалению, с течением времени. Не все из нас могут жить на той диете, которая позволяет оставаться нам молодым и здоровым. К сожалению, мы вынуждены по работе употреблять очень много жиров, которые не всегда у нас растворяются до конца и оседают на стенках сосудов. Вот это именно и
поле деятельности антиоксидантов. Прополис является наиболее сильным, наиболее мощным натуральным антиоксидантом. Поэтому я вам откровенно рекомендую 10-20 капель в день либо экстракта на спирту, либо водорастворимого прополиса. Если вы его будете смешивать еще и с манукомедом, а если вдруг у вас еще найдутся деньги, чтобы вы купили сибирскую кедровую живицу, то я вам гарантирую, что вы в эту зиму не будете ни кашлять, ни сопливить, у вас не будет температуры. Если рядом с вами будет стоять заболевший человек гриппом и чихнет на вас, то у вас будут минимальные шансы перенять от него это заболевание. Если у вас есть в доме дети, которые посещают детский садик, я настоятельно вам рекомендую каждое утро купите ложку этого меда с прополисом или с Royal Jelly. И давайте вашему ребенку просто перед завтраком одну чайную ложку в день. И вы сразу же заметите, насколько ваш ребенок станет сильнее, насколько у него будет сильный иммунитет и противостояние к респираторным заболеваниям. Я также вам хочу напомнить, что вы можете позвонить мне после эфира по телефону 646-402-45-58 и задать любые вопросы по поводу, где купить этот продукт, каким образом он на нас действует, и все-все-все, что вы хотите у меня спросить. Слушаю вас, вы в эфире. Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, кошерные ли пчелы собирают кошерный прополис, но есть сертификат кашрута израильский, который говорит о том, что эта продукция является кошерной. Поэтому мы и говорим, что она кошерная, каждая баночка имеет сертификат кашрута. Но по определению, я читал Тору, я читал Библию, мед как таковой является кошерным без всякой сертификации. Слушаю вас, вы в эфире. Слушаю вас, говорите. Выключите, пожалуйста, радио и говорите, вы в эфире. Шестьсот сорок шесть, четыре ноль два, сорок пять, пять восемь. Да, пожалуйста, чтобы я не тратил эфирное время, перезвоните мне минут через 15, и я вам полностью уделю время и расскажу, где и как. Спасибо за звонок. Господа, я бы очень хотел, чтобы в эту зиму вы не болели. И именно для этого, и именно для вас я привожу на территорию США и в Бруклин эту продукцию. Хотя у нас покупают аптеки и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, и в Сан-Диего, и в Сиэтле, и в Балтиморе, и в Бостоне. Так что если у вас есть родственники, которым необходима эта продукция, вам абсолютно не нужно покупать ее здесь и отсылать им туда. Вы можете просто дать им мой телефон, они мне позвонят и расскажут. Я им скажу, где, в какой аптеке или в каком магазине они могут подойти и купить этот прополис, живицу или медовые композиции компании B&U. А сейчас в конце своей передачи я хочу вас еще раз поздравить с Thanksgiving, пожелать вам крепкого здоровья и, воспользовавшись возможностью, хочу обратиться к русскоязычной слушательской аудитории. Если у вас где-то есть в апстейте территория, на которой можно охотиться, пожалуйста, позвоните мне тоже и пригласите меня, и я с вами рассчитаюсь тем, что у нас там получится. Меня зовут Богдан Чугунов, 646-402-4558. До свидания.